Так, девчонки поехали куда-то. Но у нас, невзирая на плохую погоду, у нас очередной праздник. Празднуем день рождения 3-летней девочки. Вот она, наша именинница. Хай! Так, ну а народ? А народ? Играет... Играет на гитаре, поет, пьет там дуа, и все хорошо. Эй, эй, hello! Так, ну люди очень доброжелательны. No, no, thank you. Предлагают там два и выпьем. Так что вот так вот, да. Thank you for sound. Алкоголь? No, 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 thank you. Так, вот все спрашивали, насколько они пьяные, какие они пьяные. Вот такие они пьяные. Некоторые уже даже напились. Некоторые уже даже говно напились, но в принципе все равно поят. Yes. Yes, very nice day. It's okay. Yes. From my life.
Ну и красавица именинница. Эй! Вот так, еле на ногах стоим. Эй! Ой, молодец, молодец. Good girl. Ой, хорошенькая какая. Идем за хлебом. Yes, yes, yes. Так, ну и как всегда наш капитан Барангая в маске. Никак без него. Так, ну что, ребята, вот так вот проходит обыкновенный день рождения. Простой, незамысловатый. Люди веселятся, празднуют. Ну, собственно... После обильной еды, а еда действительно была обильная, поросенок был точно. Люди веселятся, люди отдыхают, и всем все хорошо. Вот такие вот девчонки сидят хорошенькие, спрятались от дождя. А дождик, кстати, начинается. Эй! Эй! А у нас тут давеча, ну не давеча, неделю назад приехала хорошая техника, приехал грейдер, приехал каток, разгребли, все укатали, блин. Но, как оказалось, до первого дождя. И сейчас дорога просто изумительная, то есть я даже не знаю, как по ней люди ездят, но как-то стараются. Вот видите, вот набили какую-то тропинку, потому что шаг вправо, шаг влево, тоненький слой жидкой глины с грязью. Особенно в дождь, ну как у нас на льду, где-то так ездить, где-то так можно. Я вот пытался ездить, но, к сожалению, с моей резиной гладкой не получается. Но народ как-то ездит, как-то пытается там. Да и в принципе я-то тоже езжу, но я говорю, ощущение все равно как на льду. Ну вот так вот, видите, дружной, дружной семьей. Ну, а народ собирается куда-то ехать, не знаю, может быть, за водкой. Ну, водки вроде бы много. Вот. Здесь, кстати, вот они абсолютно нормально к этому, ну, как нормально. Вот он сейчас еле на ногах стоит, но сядет за руль и поедет спокойненько, не торопясь. Эй! Спокойненько, не торопясь, аккуратненько, причем везя с собой всю свою семью и друзей, и знакомых. Ну, в принципе, это нормально. Здесь как бы, ну, нет такого жесткого контроля, есть только самоконтроль. Ну, раз он чувствует в себе силы, что он может их увезти, он может, значит, он увезет. И погода, блин, ребята, погода, дожди у нас постоянные, дожди какие-то, тайфуны, тучи. Ну, в общем, все грязно. Так что вот такой вот коротенький репортаж, зарисовка из деревни с филиппинскими песенками на английском языке. Многие уже почти практически восстановились после тайфуна. Ну, а некоторые
сожалению, да, вот, кстати, колонка, на которую я каждое утро и каждый вечер бегаю. Ну, а у некоторых действительно вот такая вот беда. Вот здесь был дом. Стоял дом, и вот что от него сейчас осталось. Не сказать, что что-то осталось, но как-то люди выживают. Вот сейчас покажу. Здесь живет бабушка. Вот она вот пролазит через вот эту вот штуку. И вот так вот, вот живет. Вот здесь вот проход. Вот. Все ей помогают. Я ей вчера приносил риса. Ну, собственно, вот, к сожалению, именно вот так вот. Не у всех есть средства, чтобы быстро и сразу восстановиться. Ну, а мелкие петухи, вообще совсем мелкие, выясняют отношения. Вот как бы... Так, они услышали мой голос и перестали. А нет. Мелкий, маленький старается догнать большого, принизить его. Все, прогнал. Жизнь в филиппинской деревне продолжается.